Всем привет! Это снова я. Так. Не кричи. Какое сегодня число? 15. Сегодня мы заплатили за квартирку. Середина месяца, да. Отдали сколько? 16 200, соответственно, минус 600 рублей за ремонт. Ну, как же. За ремонт раковины и 200 рублей на краску для ремонта кухни. Полина согласилась, все ништяк, все хорошо, так что все рады, все довольны. Вот, что, на работе сегодня день был наполовину загружен, наполовину нет. Начало дня было так себе, ни о чем. А вторая половина вполне такая насыщенная была, да. Мне не обязательно сюда смотреть. Почему? Я же хочу лицезреть, ты понимаешь? Вот, так, дома, что у нас дома случилось? Таня купила две газетки, хоть вышла на улицу, прогулялась. Называется, ну, для поиска работы, соответственно. Моя семья. Газетка. Так. Или? Ну, я правду говорю, понимаешь? Там есть, не только магазин. Ну, а что там еще есть? Блокнотик вижу. Это что? А, работа для вас. Тонкий выпуск, ну правильно. Вот, так. Решила Таня сегодня поступать. Осенила. Не, ну у меня тоже бывает. Утром проснусь, меня осенит что-нибудь. Это. Хочет найти. Слава богу, что мне вечером. Ну да, у нормальных людей обычно по ночам это происходит. И утром их осеневает. Так, ну, в общем, решила она поступать в следующем году, по осени, когда цыплят читают, да? Так, ну, там набугал. На дизайнера ошибся, признаю, да. Так, что еще? А, ну, в соло в программке я уже на 67 уровне. Осталось 33 задания, я вообще герой, профессионал почти уже. Так. Не, ну, в принципе, что я могу вам сказать-то, товарищи? Ну, в принципе... Ну, тебе, мне. Ну, кто будет лицезреть-то это, видео-то. Все. Новости, в принципе, все закончились. День был хороший, вполне насыщенный. Пока. Аривидерчи.